Так, подождите, вы вообще фирма? Кто вы? ТНС Энерго. Хорошо. Я представитель ТНС Энерго. У нас вообще нет с вами договора. У нас нет с вами никакого договора. Вы делаете группу. Милонова, Таисия. Я не Милонова. Вы неправильно называете. Адрес у вас Зорге 25. Вы к кому обращаетесь? Вы к кому обращаетесь? К вам. У вас адрес. Так, вы к кому обращаетесь? Кто здесь напишет? Я к вам обращаюсь. Я к вам обращаюсь. Хорошо, а данная квартира. Вы меня слышите или данная нет? Данная квартира, здесь? 25, так, дробь извините, 4. Это не мы. Идите. Покиньте так, нашу территорию с квартиры. Выйдите из нашей квартиры. Ну, слушайте, это нападение на сотрудника. На послушай, какого сотрудника? Выйдите отсюда. Ты вообще кто такой? Частное лицо там? Давай, вперед отсюда. Быстренько отсюда. Это частная территория. Давай, выходи отсюда. Выйдите. Это ваша частная территория. Это наша частная территория. Это квартира. Так, выйдите. Ты вообще кто такой? Так, выйдите. Вот туда. Так, выйдите вперед. Вон ваши документы. Уходите отсюда. Выйдите отсюда, я говорю, выйди отсюда. Так, это частная так, квартира. Точно. Я тебя сейчас... Я сейчас следственный комитет. Записывается нападение. Мне нападение. Гражданка. Ты так, кто? Я нападаю. Ты нападаешь. Так, выйди вон. Ты написал на статью. Выйди вон отсюда. Все записано. Да. Так, выходи. Ты посмотри какой. Ну-ка, выходи. Вот, смотри. Мы его на статью сейчас как раз. За разбой. Это что такое? Из-за нападения. Выйди. У нас с вами нет никаких документов. Отсюда, выйди вон.